Вот. Давай. Я еще попросил хматы. Ну я давай, поздоровайся с зрителями. Здравствуйте. Стесняется. Ага. Наигрывает. Вот у меня там целое окно геранек, бегонии. Потом буду их пересаживать. Покажу вам. Посмотреть еще игрушки на елочке. Смотрите, какие красивые. Скоро убирать елочку будем. Жалко убирать такую красоту. О, почти что до потолка она у нас на комоде-то стоит. Очень красивая елочка. О, собачка. Шар. Очень красиво. Порошочком здесь все почистим. Ставим сушить. Вот, сейчас еще эту баночку вымою. И все, пусть сушится. Вы знаете, у нас сегодня мороз 24 градуса. Вот. И у меня в хрущевском холодильнике стоят банки с огурцами, с помидорами. И сейчас у меня, наверное, там что-то лопнуло. Я так думаю. Попозже я посмотрю и покажу вам. Потому что такой этот треск. Вот. Вот, все протерла, баночки помыла. Новогоднюю убрала, осталось полы подтереть. Сразу свежо, хорошо. Сейчас я готовлю завтрак и хочу вам показать, как я сейчас делаю яйца, чтобы не жарить. Значит, здесь у меня стоит вода. Ну, где-то литр, наверное. Сейчас я ее посолю по вкусу.
так вот ложечку. Ждем, когда она у нас закипит. Она уже закипает. Все, водичка закипела. Я убавлю на средний огонечек и разобью туда сырое яйцо. Давайте посмотрим, что у нас там. Вот видите? Сейчас оно должно само подняться. Вчера я уже делала так, мне понравилось. Берем друшлаг, ну эту для пельменей. Тарелочку я подготовила. И будем сейчас скоро вылавливать его. Ну вот. Даем водичке стечь. И на тарелочку. Ой. Вот здесь белочек. Можно его тоже. Сейчас я вам покажу, что у нас там получилось. Вот у меня блинчики с творогом, чай. И вот смотрите. Вот такой желточек здесь. А белок весь сварился. Очень вкусно. Мне нравится. Я вообще люблю яйца всмятку. Пробуйте. Будем завтракать. Сейчас мужу тоже сделаю. Очень вкусно. Вообще люблю яйца всмятку. А здесь так быстро, соли нормально получилось. Вкуснятина. Пришла из магазина. Вела собачки. Она у нас кушает такое чапи. Вот каждый день беру ей по 2 пакетика. Взяла сыр финский. Брест-Литовск. Хороший сыр. Взяла пакетик молочка. Булочку хлеба купила. Свеженький. Ну и как всегда я взяла 5 куриц. Ну сегодня без акций. Сегодня они у нас по 119. Курочки весом большие все выбирала, чтобы можно было что-то из них готовить. Вот. Вот кило 860. Здесь у нас кило 814. Так. Здесь кило 892. Так, здесь вот кило 757. Так, и вот это у нас кило 845. Ну, я их сейчас разделаю, как обычно. Отделю филе, крылышки, голень. Вот. И холодильник. Морозилочку. И знай, готовь. Потом куплю еще свининки. И нынче хочу еще индюшки взять. Вот. Ну все, будем разделывать.
Вот хочу показать, у меня покупка обошлась на 1241. Вот. Вот здесь можете посмотреть. Ну что, приготовим обед, ужин. Здесь картошку почистила кубиком. Это помидор замороженный я разрезала. Здесь у меня куриные крылышки. Вот так я их на две части разделила. Лук сюда сразу закинула. Это сюда сразу закидываю. И картошечку. Все. Сейчас добавим майонеза, укропа, соль, перец. Сейчас я посмотрю. Так, перчик молотый. Я больно никаких приправ не добавляю. У меня муж не любит. Так, сейчас посмотрим, где-то у меня чесночок должен быть. Так, чеснок. Что, он у меня кончился, что ли? Так, что-то я чеснока не могу найти. Сейчас посмотрим, посмотрим. А, вот он, чеснок. Сухой чеснок. Так, здесь у меня не очень много, я высыпаю все. Соль. Так. Сейчас добавим. Ну, я, наверное, добавлю две таких ложечки, потому что они у меня небольшие. Вот так вот. А, я же майонез буду. Все, достаточно. Так, теперь сюда майонез. На улице у нас солнышко проглядывает. А, и укропчик. Вот, сейчас выдавим майонезика. Все перемешаем. И пусть у нас немножечко постоит. Чуть-чуть. Вот так. И что интересно, я хочу сделать в фольге порциями. Так, где у меня... Во, укроп замороженный. Нет, это не укроп. Сейчас. Это у меня... Лук зеленый там у меня. Так, вот он, укропчик. Смотрите, как я укроп. А, видите? Я его сейчас здесь вот так прямо в пакетике. О, он прекрасно. Как каждая хозяюшка знает. Вот так. Переломаем его вот так вот. Веточки у меня здесь без стебельков, без грубых. Вот так обычно. Смотрите, прямо такой. Ой. У меня муж тоже укроп не любит. Но я по чуть-чуть ложу, и ничего, кушает. Все. Сейчас мы это все перемешаем ручками. О! Я хотела делать с филе. С грудки. Ну, что-то думаю, что с крылышками. У меня любят крылышки. Будет вкуснее. Вот так. Все, теперь пусть постоит. Я уберу в холодильничек. Ну, немножечко. Сверху я буду
сыр тертый ложить. Вот. Сейчас я подготовлю фольгу. А это у нас пусть постоит. Попробуем на соль. Вот такой у нас ужин будет. Нас трое. Я, муж и внук. Вкусно. Вот каждый день, каждый же день нужно что-то готовить. Может, кому-то моя вот эта идея пригодится. Кто-то может возьмет себе на заметку. Каждый день что готовить, что готовить. Что-то хочется вкусненького, новенького. Вот эти какое. Так. Не хочу я делать порциями. Передумала. Вот сделаю в этой. Вот все сейчас сюда мы перевариваем. Так. Вот так вот всю нашу вкусняшку. Вот она будет сочной. Сейчас я закрою здесь фольгой, а потом натру сыра и открою. Вот так я решила сделать. Так, ну-ка, вот так, чтобы нам ровненько все поджарить. Так вот. Смотрите, какая красота и вкуснота. И вот потом я сыром натру. Вот так. Все, ставим в духовочку. Так, разогреваю до 200 градусов и на минут 30. Потом я достану, натру сыра и еще на минут 10. Ну вот, друзья, достала я свое блюдо. Здесь у меня сыр. Вот такая вкусняшка. Будем ужинать. Всем приятного аппетита. Заходите на мой канал. Всем пока.